Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Сегодня у нас, наверное, последнее кино в этом году про вот такой магнитофон из конца 80-х, начала 90-х. Маятоне. Вот такое чудо 30-35-летней давности. Значит, пасеки заменил, головку почистил, этотяк смазал. Антенну прикрутил, сунулся в мигалки, там все запущено. Замена конденсаторов ничего не дала. Как работал, так и работает. Так что тут что-то на транзистор полетели. Так, ну это ладно, это вопрос времени. Так, давайте кассетку послушаем. В одной колонке я, ну, поковырялся, свет идет целый, там транзисторные каскады тю-тю. Почему-то. Ну, это вопрос времени. Ладно, давайте послушаем радио. Так, радио у нас. Текс. Вот 64 FM по 78 пустое. Нижний LM тоже пустое, а AM я что-то нащупал. Давайте послушаем. Переключаем. Также полноценно проведена от начала до конца, как здесь. Но здесь получился просто эталонный процесс, поэтому я просто надеюсь, что да, получится что-то. В общем, как-то так. По крайней мере, центр у меня вот это на этом диапазоне тоже ничего не ловит. А тут видите, какая чувствительность. В общем, как-то так. Предложение, я надеюсь, следует.